этом эпизоде Inscription. О, так у тебя в рукаве запрятано кое-что особенное. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы снова играем в прекрасную карточную игру Inscription. У нас с вами очередная катка, и есть определенные задачи, которые мы должны с вами решить. Это белка и муравей. Мы должны расположить их вот здесь, чтобы открыть снова этот ящик. Также мы должны как-то освободить этого чувака. Он пока в агонии, мы должны спасти его, мы должны облегчить его страдания. На двери здесь уже два Юджина висит. Надо будет следующую карту как-нибудь иначе назвать, более креативно, чтобы было хи-хи да ха-ха. Стоп, так, мы здесь надо взять зубчик, всего лишь один, к сожалению. Всего лишь один, но мы сможем, мы справимся. Наша задача теперь попробовать еще раз пройти до финального босса и при этом найти... Что нам нужно? Нам нужно найти фотопленку. Вот что нам нужно. Я не знаю как, возможно, открыв только вот эту картину, мы получим фотопленку. Так, что это? Таракан, Каминский и Дикобраз. Давайте еще посмотрим. Бугай! Забираем, конечно. Итак. В какую сторону рещица по дереву у нас будет? Непонятно. Здесь у нас будет вьючная крыса только. Пойдем тогда на костер. Будем сейчас усиливать наших существ. Не помню, говорил ли я вам, что я прочитал ваш совет насчет кольцевого червя. Интересный совет, мне понравился. Так, плюс два. Плюс два. Ладно, он и так сильный. Семь у него. Давайте вот это сделаем. Почему горностай все время говорит остановись? Ему не нравится вот это. Давайте ей усилим. Вот так, все, забираем. Моя интуиция подсказывает мне, что здесь будет дальше опрометчиво оставаться. Поэтому идем смело. Я очень надеюсь, что я смогу вытащить муравья для белок у рещицы по дереву. Так, волчонок. Волчонок и бельчонок. На самом деле, мы можем пока ничего не делать. Просто белку тогда сейчас вытащим. Так, а вот здесь альфа. Вот с ней надо будет разобраться. Так, берем белку. Ставим сюда. Ставим сюда. Раз, два. Как раз таки волк с ней разберется. Разберется. А сюда ставим вонючку. Понеслась. Хоп. Унит. Черт, вот это бесивная фигня. Что он прибавляет? Ну ладно, сейчас один удар и альфе конец. А кто слушал, молодец. Белку берем. Значит, надо защиту от волка. Так, хоп. Вот так. Продолжаем защищаться от волка. Все, мы выиграли. Есть. Это было просто. Оу. Мы сможем сейчас купить шкурки. Это ж прекрасно. Это же замечательно. Давайте посмотрим, какие шкурки у нас есть. Одну дают нам бесплатно, и у нас... А, они же дешевле теперь стоят. Берем золотую шкурку. И берем кроличью. Забираем. Три шкурки, прекрасно. Надо будет потом пойти прокачать их. Это, кстати, вот здесь, по-моему. Но на самом деле зависит... А, вот тут, видите, еще рещица по дереву. Нам туда тоже нужно. Я хочу собрать эту прекрасную комбинацию, которая мне больше всего нравится. Итак, летуны, белки, которые идут в сторону, или змеи, летуны. Блин, давайте змеи и летунов возьмем. Я смогу только одну взять, конечно. Ладно, летуны, в жопу летунов. Я еще думаю, я могу сразу собрать вместе. Хрен с ним. Так, опа, летуны, идущие направо. Окей. Вот она начинается. Да, карта ударит и потом пойдет вот сюда.
А это ударит и пойдет сюда? Как, даже непонятно, куда из них кто пойдет. Сюда давайте, наверное. Коп. Не думаю, что стоит шкурку сейчас тратить сюда. И не думаю, что стоит белку эту брать. Я думаю, соберем что-нибудь. Скунс! Вот это... Стоп. Хорошо. Так, берем. Сейчас жаба убьет. Нет, она не убьет. Она только покоцает. И все. Вот скунс проблема у меня, конечно, большая. Так, пропустим один удар. Пропустим, я думаю, почему бы нет. Надо будет взять еще белку. Проблема-то вот какая. Что у меня нет возможности взять еще одну карту. Посмотрите, у меня не очень-то хорошие карты здесь. В руках. Дерьма кусок, я бы сказал. Либо подтырить. Либо белку взять. Возьмем белку на следующем ходу. Да, пожалуй, так сделаем. Хоп. Еще ничего. Пока все хорошо. Так. Вот так делаем. О! Салют. Но я-то не могу ее использовать. Блин, как плохо. Так, сейчас еще один удар, получается, нанесут мне. И... пипец будет. Короче, я могу сейчас попробовать поставить белку вот сюда. Птица ее все равно даже не ударит, понимаете? Вот в чем прикол. Я даже защититься не могу ей. Я не могу защититься. И я могу сейчас сдохнуть скоро уже. Вот только вот лягушка обороняет, получается. Ладно, сколько здесь у нас? По-моему, еще один удар мы сможем осилить. Так, хоп. Да, мы можем еще один удар осилить. И вот теперь давайте еще возьмем. Горностай, наконец-таки. Значит, смотрите. Ставим, убьем птицу. Сюда, хоп. Ставим горностая. Отлично. Так, хоп, хоп. Все, скунс мне не помеха. Че здесь у нас? Да, на серасте победа. Да, ага, сейчас. Пошел-ка ты. Я знаю, что делать. Че тут у нас есть? Волк. 1-1. Сразу 3 давайте. Хоп, хоп. Вот, нанесем. Оп. Это что, еще есть? Шкурка. Хоп. Вот, прекрасно. Ладно, хорошо. Ничего даже не потратил. Повезло мне. Давайте идем вот сюда. Выберем породу, которую мы можем с вами усилить. Что у нас есть? Волки, горностаи, летуны. Давайте волку. Во, гонча. А, это, подожди, это мы выбираем что-то из этой породы. Вот, все, я понял. Это не какой-то там баф. Это просто мы выбрали, получили гончую. Хорошо, это прикольно. Ты подошел к крещице. Я тебя умоляю, что это? Подожди. Так. Секунду. Карта с этим символом выживет после принесения в жертву. А это плотинный мастер. Да. Белка, которая... Правильно я понимаю, что теперь белка... я же, по-моему, это... Да, у меня была такая комбинация или нет? Я не помню. Что-то такое как будто бы находил. Вот так. Волки, которые кроты. Так, давайте посмотрим. Вот, смотрите, мы поставили сейчас. Вот. Теперь горностай. Который ставится. Волк. Который.
Типа, нет, все равно не так это работает. То есть, мне в любом случае нужно две белки. Хорошо. Ладно. Мне нужно две белки в любом случае. Но, по крайней мере, они не сгораемы. Но тут есть свой косяк в этом. Большой, на самом деле, косяк. Вот, типа, я сюда ставлю. Ну, что... Они-то остаются. Но! Типа, если у меня будет еще одна карта потом, я смогу ее вытащить еще раз, принести жертву, но не смогу поставить, пока эти белок не убьют. Правильно? Так. Давай, что-нибудь хорошее. Говно. Придется ставить. Хорош. Убил. Выбирай. Да что за говно мне какое-то попадается? Хоп. Ну ладно, я все равно победил. Благо. Бугай. Блин, ну... Короче, с белками что-то тоже такое себе получается. Даже непонятно, круто это или нет. Круто это таракана на белку. Чтобы она возвращалась. Может, черепаху взять, гремучник. Нет, давайте еще посмотрим. Сцинк. Скунс, летучая мышь. Да... Давайте скунса, может, возьмем. Давайте скунса возьмем. Посмотрим, что будет с этим. Так, вот здесь. Ну же. Ну же. Есть! Вот это мне больше нравится. Берем. И у нас теперь будет белка вот с этим. Вы можете потом написать в комментах, считаете ли вы это правильным решением или нет. Можете даже бомбить. Мне вообще пофигу, если честно. Мне нравится играть, мне нравится тупить, мне нравится побеждать. Я вижу для себя в этом клевый процесс. Так, ну давай, старатель. У меня очень слабая колода на самом деле. Чертовски слабая. Так, что у нас там будет? Койот, который сдохнет. Который убьет жабу тут же. Вот этот выживет. Зато. И убьет койота. Ставим белку. Ставим жабу. Как-то так. Сразу на него два. Так. Оп, а он выжил. Так, возьмем, посмотрим. Вот, отлично, волк. Пока ничего не будем делать. Пока терпим. Все, подохло. Так, волк сейчас убьет моего костяного. Надо набирать. Так, это бугай. Сколько здесь? 5, а мне нужно 6. Так, что будем делать, что будем делать? Я считаю, что нам нужно брать эту... Стоп. Ну вот я возьму сейчас эту... Возьму сейчас я эту волка. И он же сделает из него, блин, золото. Давайте кроличью шкуру одну положим, а потом возьмем какую-нибудь карту. Раз. Вот. Смотрите, что у нас появилось. У нас появилось вот что. Прекрасный, прекрасный. Так. Но я все равно возьму еще вот это. Салют. Салют, салют. Там у нас волк впереди. Короче, сейчас устроим вот такую вот штуку. Пока, думаю, ничего не будем делать. Значит, он сейчас сольет волка и сразу нанесет урон. Потом этот придет, и там мы что-нибудь придумаем. Можно будет вонючку взять. Короче, можно будет всякое взять. А, волк-то он не сольет. Но мы победили все равно. Так. Да, ну, блин, точно. Золото чертово. Угу. Так, пошла гончая.
Че, давайте начнем. Надо вообще как-то вот этого уже грохнуть каким-то образом. Есть. Нанесли. Хорошо, у нас тут проблемка. Значит, 4 жизни. И вот здесь надо ослабить на 2. Надо ослабить на 2. Давайте возьмем, пожалуйста, хорошая карта. Скунс. Говно. Полнейшее, я бы сказал, дерьмо. Че, шкурку, может быть, кинуть? Вот, допустим, сейчас мы сюда. Допустим, вот сюда. Потом. А-а-а, скунса мы даже не можем тронуть. Сейчас нам придется белку взять. Давайте сюда шкурку ставить. Нет выбора. Пока белку еще можно придержать. Или не стоит придерживать. Смотрите, что сейчас будет. Она убьет собаку за 2 хода, за 2 удара. Волка, точнее. Собака будет меня атаковать сейчас. Ну, может быть, просто собаку на свою сторону переманить и вообще мозги не делать. Давайте переманим собаку на свою сторону. Вот так вот. Хоп-хоп. Все, победа. Зачем рисковать? Зачем вот это вот устраивать перетягивание весов туда-сюда? Цвет нужен? Конечно, нужен. Жалко, мула не грохнул, конечно. Так, Гек, Амальгама и Ураборос. Так. Когда карта с этим символом погибает, вы получаете копию этой карты. Ураборосы беру. Звучит как убийца какая-то. Еще бы прокачивать ее у костра, например. Дай-ка взглянуть. Так, ага, все-все-все. А вот и костер. А вот и костер нас ждет. Очень галимая колода, я считаю. Ну, в смысле, нет, есть хорошие карты. Но и в то же время не очень. Так, идем сюда, получаем карту новую. Пожалуйста. Богомол. Это прекрасная штука. Богомол — это классная вещь, но нам нужна белка. А нет, нам нужен муравей. Задача моя не просто играть в эту игру, как я уже говорил. Задача моя еще выполнить квесты. Ладно. Хорошо. Вот как-то так. Пойдемте богомола прокачивать. Ой, какого богомола? Урабора. Так, тлеющий костер осветил. Значит, а, погоди, у нас тут 2. Так, волк. Кому... А он именно возвращается. Вы получаете копию этой карты. Давайте его прокачаем. Вот, все. Один раз. Я боюсь, его просру. Хорошо. Попробуем сейчас. Так, кого он там хочет выставить? Муравья! Можно было бы его переманить. Но нет, бессмысленно, он переманится сюда. Нам нужно выставить их вот так. Кольцевой червь. Кольцевого червя можно было бы переманить на свою сторону. Ладно, что у нас тут есть? Жаба. Что у нас там? Муравей. Хм, может, скунса поставить сюда? Так. Хоп, скунс. И муравей даже атаковать не сможет нас. Ой! Однако вот муравей сейчас будет здесь. Его уже надо грохать каким-то образом. Так. Сейчас будет удар 2 и 1. И пчела 1. Слушайте, начинается полная... Да господи! Чёртовы шкуры!
Так, ну мне нужно бить. Мне, блин, нужно бить. Поэтому давайте возьмем эту чертову белку, поставим ее сюда, ставим жабу. Я бы кроличью шкуру, наверное, вот сюда поставил. Так. Оп. Так. Все, что у нас есть. Это, блин, все, что у нас есть. Прекрасно. Тактическая ошибка была моя, скунса сюда ставить. Надо было предположить, что здесь будет муравей. Видите, то он еще одного муравья хочет поставить. Это очень плохо. Это очень плохо, чертовски. Ураборос. Это, конечно, все классно. Так, давайте поставим сюда, наверное. Нет, вот сюда надо поставить. Да, ставим сюда. Хоп. Три. Ух, как плохо. Блин, я, кажется, всрался. Давайте берем белку. Может быть, глаз себе отрежем. Отрежем глаз себе. Вот, перевесил. Муравьи. Против меня здесь будут муравьи. Вот это что? Это очень плохо, что против меня тут муравьи целые. Представляете, как все плохо. Так, у нас здесь будет ураборос, который... Коп. Который вот сюда. Он даже убить не сможет с первого удара. Я все равно просру эту катку, кажется. Так. О, да. Блин, все равно просрал, прикиньте. Глаза лишился просто так. Да, досадно, 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 досадно. А, быть может, ты хочешь новый глаз? Смотрите, новый глаз. Найди спасение в часах кукушкой. В любом случае, выбор окончательный. Смотрите, мазня. А вот здесь. Как хорошо! Как хорошо! Что это? Возьми пленку, пока он не видит. Пленка! Давай! Я не прочитал, что... Что ты там делаешь? Ничего, ничего, ничего. Наконец-то пленка. Я ничего не делаю. Вообще ничего. Так, забираем. О, интересно, останется не открывать. Неужели ты нашел око хозяина? То есть хозяин меня видит. Видит? Магнификус, вы меня видите? Вы меня освободите? А, дело сделано, хозяин свободен. Значит, конец близок. Если Магнификус свободен, то мы точно близимся к концу. Что ты сейчас скажешь? О, так у тебя в рукаве запрятано кое-что особенное. Не бойся, я тебе не сдам. Тебе просто нужно заполучить его фотоаппарат. Может, если ты его одолеешь, у тебя появится шанс. Все, короче, нам надо пройти. Обязательно пройти катку. Окей. Окей. Почему... Так. Все еще белка и муравей. Наконец-то продвижение. Мне даже не страшно будет проиграть на самом деле. Я думаю, что фотоаппарат... пленка останется у меня. Итак. Идем. Поскольку у нас белки классные. Вот. Лось. Прекрасно. У нас белки классные, но я надеюсь все еще найти муравьев. Муравьевушек, муравьевушечек. Ничего нету. Продолжаем делать белок кровяными.
Блин, наконец-то. Наконец-то фотоаппарат. Можно будет тебе воспользоваться фотоаппаратом. Почему я раньше не мог сделать? Так и надо было? Или, может быть, мне нужно было раньше вырвать себе глаз? Я благодарен тебе. У тебя все хорошо? У меня все очень плохо. Я застрял в теле горностая. В теле на игровой карте. Я вижу. А я, разумеется, придумал, как можно еще раз сбросить игру. Продолжай. У нашего игрока уже есть ключ. Прекрасно. И видите, горностай опять изменился. Он выглядит как монитор компьютерный. Третья карта говорящая. Вот это прикольно. Так, жаба. Малорослый волк. Давайте прямо сейчас поставим вот лося. Долго не думая. Бам! Надо не забывать, что лось идет в сторону. Так, что у нас есть у этого волка? Ничего такого особенного нету. Альфа, который ударит его на один. А, значит, мы выживем. Прекрасно. Гадюка. Вот что плохо. Ну, ничего. Так. Хорошо. Прекрасная лягушка. Да, вот это... Я, кстати, не вот это не посмотрел, а надо было посмотреть. Кстати, это у всех. Это абсолютно всех. Так. Ну вот. Подохло, подохло. Так. Ай. Придется пожертвовать горностаем, наверное. Ничего не поделать, мне все равно кто-то умрет. Ты уверен? Да. Вот, хорошо. А, нет, не пожертвовать, все, все отлично. Хоп, ну волк сдох. Волк подох. Зато сейчас лось пойдет в эту сторону и защитит. Так что давайте возьмем сначала карту. Бугай. Пока мы не можем ничего сделать с бугаем. Хоп. Есть, победа. Смотрим. Рещица по дереву. Вот сюда идем, короче. Так, выбираем породу. Муравьи, олени. Это какие-то... Что это такое? Даже не помню, что это. Это, короче, рептилии. Крокодилы. А что, еще есть? Пернатые, муравьи. Стоп. Погодите, это же мы выберем. Нам получится карта муравьина. Нам нужно... Богомол. Он, хорошая карта. Не муравей, конечно. Я бы мог открыть картину. Так, давай, что-нибудь новенькое. Ничего новенького. Ладно, продолжаем насыщать белок кровинушкой. Вот так. Итак, у нас босс. Кого же ты выставишь против нас? Гремучник из цинк. О, отлично, бугай. Но у нас... Зато есть богомол. Так, никто из них направо-налево не идет. Надо богомола ставить вот сюда. Раз, раз будет удар. Прекрасная штука. Он типа два, получается. Да, давайте ставим сюда богомола. Это пока все. Раз, два. О, нет. Ставим. Белка. Значит, сейчас будет у нас гадюка, которая один удар делает. Делаем вот так. Поставим сюда волка. Надо сразу убить гремучника. Хоп. Хоп, отлично. Что это? А, это хвост, да. А, нет. Богомол и смерть. Уф, уф, уф. Сколько у нас костей? Три. Раз, раз. Нужна карта. Жаба! Ни о чем, ни о чем, ребят, ни о чем. У меня есть только... Я даже... Блин, я походу просрал. Я походу просрал эту катку. Блин, как много у него всего!
Как много у него всего. Так, ну жаба убьет гремучника. Ладно. Блин, а чё? Ничего мне ещё? Больше чего не остается? Пять! Все, я просрал. Я жив. Возьмем белку. Поставим ее на защиту. Тогда мы сейчас хотя бы отвоюем обратно. Поставим на защиту. Так. Так. Окей. Возвращаем, как было. У нас теперь... Отлично. Мы можем ставить. Давайте возьмем. Может быть, что-то классное. Ах ты ж. Нашел малорослого волка. Я видела эту процедуру столько раз, что теперь знаю, когда план вступает в силу. Поторопись. Значит, смотрим. У нас будет удар. Мы сразу убьем и гремучника, и этого. Давай. Все. А, мы даже гремучника стали убивать почему-то. Окей. Принесло. Шесть. Так, поглядим. Заячьи шкурки. Он отдаст мне за это... Есть коза, есть гремучник, есть жаба. Кольцевой червь. Возьмем. Так, можно взять козу. Ну смысл? Нет, коза не нужна. Вот это что такое? Счетчик. Фиг знает, что это значит. Но в то же время мы можем... Сейчас, погодите, какие у нас есть карты? У нас... Какая-то фигня на самом деле. Ну, есть хорошие, но почему-то не попадаются. Кого бы взять, кого бы взять? Гремучника, скунса... Эх, давайте возьмем вот это, попробуем. Нету особо... Невероятно, золотые шкурки. Во, стоп! Есть вот что. 13 дитя, бездомный крот, гек, ура, Юли. Спасибо. Идем сюда. У нас будет сейчас рыбак. Ты оказался посреди грибной... Ага, грибной. Итак. Ты принес для нас две одинаковые карты. Нам хотелось бы поэкспериментировать. Окей. Все твои карты друг от друга отличаются. Одинаковых нет. Погодите, у нас есть. Правильно я сделал? Или что? Не знаю. Пока не представляю. Так, хорошо. Начинается. У нас ни одного вспомогательного предмета нету. Есть рыбка. Хорошо, богомол, который бьет повсюду. Кольцевой червь, который ничего пока мы не можем с ним сделать. Вот эта птица, она защищает. Давайте поставим лягушку сначала. Защитимся от птицы. Блин! Вот же, она нырнет. Не защитимся мы от птицы. Окей. Но хотя бы... Хотя бы... Так. О, нет, 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 нет. Так, что там у нас? Вот эта фигня. Хорошо, ставим сюда. Пока... Пока так. Хотя бы удар нанес. Так, все, кранты. Боже мой, боже мой, боже мой. А, здесь немножко мне душновато сейчас становится. Я не знаю, как поступить. Так. Удар, удар. Делаем так. Ха-ха-ха.
Раз, два. Сейчас мне будет раз, два. Смотрите. Пытается забрать богомола. Ну уж нет. Ну уж нет. Забирай белку лучше. Раз, два. И сейчас будет, блин, раз, два. Мне нужен какой-то перевес. Так. Что у нас? Три кости всего. Так, на самом деле мы пока держим равновесие. Ты взял пленку. Я прав? Мой план близится к моменту истины. Но сперва ты должен его победить. Значит, смотрим. Ничего не поменяется, если я поставлю волка на богомола. Пока оставим, как есть. Пока оставим. Хоп-хоп. Раз-раз. Стоп. Забираем белку. Вот сейчас будет перевес. Все, можешь забирать его. Хоп-хоп. Так, хорошо. Ха-ха-ха-ха. Так, есть. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Сейчас мы убьем белку, и птица тогда вернется. Ну тогда... Так, посмотрим, что еще у нас здесь есть. Прямо с порога. Не совсем этого я хотел. Я хотел что-то богомола хоть. Ой, богомола, а как его? Вонючку. Ну ладно. Раз, два. Один только урон. А вот теперь перевес не в ту сторону немножко начинается. Блин, опять. Ладно, забирай. Раз, два. Раз, два. Блин, как долго мы будем так играть? Так, есть надежда вытащить... Так, Ураборос. Если сейчас заменю богомола, он получит... Не-не-не, пока не торопимся, пока не торопимся. Продолжаем наносить урон. Раз-раз. Вот. Блин, опять он. Опять он белкой. Сейчас вот так сделаем. Раз. Ставим сюда белку. Он забирает ее. Мы поражаем. Бац-бац. Угу. Возвращаем. И сюда теперь. Окей, теперь мы берем белку, ставим. Увернется ли Ураборос после того, как его в золото превратят? Возможно, вернется. Поэтому давайте ставим. Сейчас будет перевес, наконец-таки. Хоп. Раз-раз. Окей. Забираем белку. Делаем. Хоп-хоп-хоп. Есть. Черт! Я не увидел! Я просто не увидел! Просто не обратил внимания, что над ним повисла эта хрень! О, нет! О, нет! Что ж, ребят, что ж. Думаю, пришла пора ставить. Так, посмотрим, кого пришла пора ставить. Гончая. Пришла пора ставить гончую. Ставим. Давай. Хоп. Сдохла. Защищай. А, не может защитить гончая, да. Так, надо белку ставить. Белку защищать белкой. Так. Все, бьем. Оп. Ну, наконец-то. Какой долгий бой, просто пипец. Так, ловись, рыбка.
Раз, два, три. У нас даже белок больше нет, вы прикиньте. Ура, Юли. Итак, очевидно, что мне нужно пожертвовать. Считается ли жертва это погибанием? Считается ли это погибанием? Я не знаю. Я не знаю, считается ли это погибанием. Так, он сильнее, чем гончая. Давайте вот этим и вот этим пожертвуем. А у Раюли поставим вот сюда вообще. Так. Давай. Ловись, рыбка. Есть! Есть! Фух! А, как хорошо! Как хорошо, как напряженно, ребят! Блин, лайк, лайк! Поставьте лайк, пожалуйста. Я вытаскиваю, я вытаскиваю. Да, бывает, иногда что-то не замечаю, но я вытаскиваю все равно. Пока еще тащу. Амальгама. Туз. Вьючная крыса. Так, давайте туза возьмем. Потому что про туза говорил этот чел, который в банке. Дай-ка подумать. Ага. Ага, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, встаем. Ну-ка, посмотрим. Срази его еще раз, это должно хватить. Он даже не подозревает, какой козырь у тебя в рукаве. Нет, он ничего про туз не скажет. Так. Ребятушки, ребятушки. Значит, все еще белка. Так. Идем сюда. Раз, два, три. Вот этот хорош, но вот этот еще лучше. Берем его. Окей, посмотрим. Так, вонючка. Вонючка. Хорошо. Продолжаю тогда делать белок крутыми. Так. Может быть, у меня, конечно, есть какие-то там более крутые комбинации, но пока я не знаю, ребят. Пока не знаю. Мне кажется, лучше этого не придумать еще. Белка. Ура, Юля. Тебе повезло. Крот и лось. Хорошо. Ставим. Ставим уробороса. Пробуем. Бам! Так, хорошо. Знаете, что я думаю? Я что думаю? Давайте попробуем, посмотрим. Да, ураборос скопируется даже при том, когда я приношу его в жертву. Отлично. Можем сразу поставить вонючку. Стоит ли мне ставить вонючку? Убью. Я даже не убью эту штуку, этого крота. На самом деле можно не ставить вонючку. Ураборос с ним разделается. Так. Так. У не Ураборос, а у Ураюли, господи. А, возьмем вот это. Пока на самом деле можно ничего не делать. Оп, уделал. Берем. Бугай. Хорошо, ничего. Вот. Вот теперь надо обороняться. Что у нас там? Олень. Так. Ну что? А, возьмите карту. Берем белку. Что у нас там? Три. Сейчас гончую грохну. Оп. Да зачем? Ну да, в принципе, гончую грохну. Так. Бам! Бам! Нанес. Нанес, получил удовольствие. У меня ни одного гребаного предмета до сих пор нету. Мне нужен вспомогательный предмет. Вот что я думаю. Так что пойдем вот сюда. На шкурке еще остались, я сейчас не посмотрел.
Да, у нас есть еще... А, это мы покупаем. Мы здесь покупаем шкурки, точно. Просто огромно. Выстроитесь, пожалуйста. Так, 5, 10, 15. Ага. И вот это. Прекрасно. Спасибо. Спасибо за покупку. Теперь бы наткнуться на... Вот, это будет здесь. Летяга, конечно же. Так, опоссум, костей, может быть, сразу набрать. Ну-ка, это что такое? Пользователю ваш противник пропустит свой следующий ход. У-у-у, это полезная штука. Хорошо. Лишнюю белку. Лишнюю белку. Ну давай. Чё-то там против меня выставил оленей. Неплохо, неплохо. Кстати, на костер еще нужно попасть. Вы же писали, что надо скормить этим чувакам червя. Так, белка и гончая. Ну давайте ставим. Гончая. Раз. Хоп. Опа. Такая смешная гончая. Так, хорошо. Блин, как много оленей. Нам придется сейчас, походу, израсходовать белку. Так. Надо взять что-нибудь. Так, волк. Это хорошо. Это хорошая штука. Нужно. Придется. Так. Волк. Бьем. Хоп-хоп. Блин, как много оленей. Так, горностай. Ставим горностая. Сюда. Так, хоп. Куда ты ушла, тупая гончая? Тупорылая ты гончая. Так, мы убьем. Ну, сейчас, кстати, очень плохо дело у нас. Как обидно, как обидно. Блин, как обидно. Я, кажется, вот эту я просру. Эту катку я просрал. Меня просто оленями затащили. Я не знаю, что мне делать. Да, ничего не поделать здесь. Просто жесть. Просто вынесли. Очень жаль. Идем сюда. Сейчас будем закупать себе. Так. Покажи мне отменные шкурки. О, у меня тут лучшие просто. Заячьи шкурки. Значит. О-ля-ля. Возьмем. Так, здесь опарыши будут. Это звоночек. Не знаю, что это значит. Это карта, это зеркало. Попробуем отзеркалить. И теперь крутыми шкурочками давайте будем торговать. Прекрасно. Так, 13-е дитя. Бог богомолов берем. Так, бездомный крот, который защищает. Блин, ну это хорошая штука. И 13-е дитя. Его можно принести в жертву. Эти шкурки в хороших руках. Ну давай. Так, что у нас тут уже? Ты уже набрал слишком много деталей лишь для тотема и не мог взять еще. Она указала на мерзкое существо, что притаилось неподалеку. Так. Нифига себе. Берем. Фух. Фух.
Нельзя просирать. Опять олени. Опять олени, гекконы. Так. Тоже дает 3. Так, Ураборос 3,5. Эта штука нанесет 3,3. И еще на... Что она делает? Плотины строит. Так. Если поставим сейчас сюда. Вот сюда. То будет только один урон, а я сразу начну наносить. По идее. По идее, правильно рассчитал я. Вот. А это пока ждем. Хоп. Отличные плотины. Берем. Отлично. Так, два... Так, это, конечно же, вот это ставим. Обязательно. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Теперь они перемещаются. Все отхватят у меня люлей. Берем. Сюда. Ты уверен? Конечно, уверен, мой дорогой друг. Черт. Осторожно. Ничего, ничего, ничего. Так, берем. Крот. Ни о чем. Ни о чем. Короче, сейчас пропустим 2. Ну, нанесем 3. Хоп, 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 хоп. Так. Убили волка. Так, что еще у нас здесь? Ох, наконец-то. Бьем. Есть. Есть, победа. Ух. Как все это напряженно. Мы уже почти у босса. Мы уже почти у босса. Да дайте мне муравья. Кошка. Ее можно приносить в жертву. Но есть... Мне нужен муравей. Да дайте мне муравья. Нет. Давайте яйцо ворона, может, возьмем. Будет ли у меня время выращивать его? Вот это вот непонятно. Давайте возьмем, короче. Можно было взять и кошку, еще фигошку. Так, здесь мы приносим жертву. О! Что-нибудь простенькое, что-нибудь простенькое. Лось. Если я нужен. Так, погодите, да блин. Так, да не вонючка, я же не вонючка нажал. А, вот. Когда карта 7 символов погибает, вы получаете копию этой карты. Я не понимаю одно. Ураборос вернется ли, когда я сейчас принесу его жертву? Там он возвращался у меня. Я не знаю, ребят, давайте попробуем. Так. Будет смешно, если нет. О-о-о-о, нет. Обида гребаная. Блин, ну, логика была моя вроде как железная. То есть ясная вполне себе. Ну, буду знать, что не на все это работает. Только в бою. Окей. Охотник. Из меня выйдет хорошая шкура. Так, сразу одна кость у нас. Раз. Ура-юли. Ула-люли. Но его нельзя сейчас ставить. Вот в чем прикол.
Надо только ставить богомола вот сюда. Попробуем. Быстро его убили. Хреновая была тактика. Смотрите. Есть идейка одна. Сейчас пропустить. Раз, два, три. Три пропустить. Но у нас уже, блин, нормально так урона. Мы не должны пропускать. Пусть он пропустит. Я пропущу следующий ход. Давайте попробуем поставить белку вот сюда. Так сделать, посмотрим, что будет. Пас. У меня, короче, какой план? Не сработает этот план. Я хотел сделать так, чтобы они взлетели, но тут все обороняют. Обороняют от полета. Это чертовски плохо. Так. Тогда что, придется терпеть. Сейчас мы убьем эту штуку. Получим, пропустим два. Ладно. Так. Окей. Пожалуйста, хорошая. Да. Вот так сделаем. Акула. Вперед. Пожалуйста, пожалуйста, живи. Так. Нужна белка. Вот сейчас как будет? Как сейчас будет? Я не понимаю. Мы сейчас, когда разобьем этот... Давайте белку поставим на оборону просто, и все. Да, мы сдохли, к сожалению. Получили волчью шкуру. Нет! Нет! Стоп! Твоя карта смерти прекрасна. Но парочку штрихов стоит добавить. Что это? А, это справочник. Так. Блин. Цена будет. Один. Вот такая сила. И вот это будет. Я так и не спросил твоего имени. Я был так близок. Так, теперь нужно сделать фотку. А могу ли я... Отдай! Нет, не могу. Я не могу сделать фотку, к сожалению. Ну что ж, ладно, ничего страшного. Все равно есть какой-то прогресс. Ничего страшного, что просрали. Бывает и так происходит. Бывает затупаем и бывает побеждаем. Это игра, друзья. Ребят, я уже собирался прощаться с вами и остановил запись. И внезапно мой персонаж начал смотреть на пленку. И этот чел спрашивает... На что ты смотришь? Смотри на меня. Этот гадкий малорослый волк... Ты правда хочешь оставить его у себя в колоде? Меня это немного злит. Но раз эта карта в колоде, она в ней останется. Прекрасно. Все. Вот, все, я вам все показал. Никогда не бывает такого, что ты побеждаешь всегда. Но тем не менее, мы нашли волка говорящего, мы нашли пленку, мы нашли глаз. Очень много прогресса было сейчас, сегодня. Так что продолжим в следующий раз. Огромное всем спасибо, что смотрели. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать нового видоса. А с вами был Юджин, и всем пять!